Друзья, привет! Друзья, скажите мне одну такую вещь. Ответьте на вопрос. Почему дети не употребляют алкоголь? Почему им он не нужен? Почему дети умеют радоваться и горевать без алкоголя? Просто ответьте мне, пожалуйста. Чтобы ответить, вам нужно задуматься. Если вы задумаетесь и найдете правильный ответ, считайте, что уже полдела вы сделали. Ответ такой. Потому что алкоголь вам просто не нужен. Не нужен совершенно. А вы употребляете алкоголь и другие наркотики только потому, что вам это внушили с самого детства. Вы видели, как ваши родители пьют на алкоголь на праздники. Вокруг все пьют алкоголь и курят на праздники. Соответственно, у вас выработалось поведение, чуть не сказал пищевое. В общем, вот такое поведение, проведение праздников. Ни к чему это. Плюс алкоголь и другие наркотики. Это наркотик все-таки. Он вызывает привыкание. Ну и, конечно, доступность. Вот я вам перечислил три причины, почему вы бухаете. Это потому что вызывает зависимость. Алкоголь доступен. Ну и вы запрограммированы на то, чтобы это делать. Вы не представляете себе, как отпраздновать какой-то замечательный день, значимый, без алкоголя. В связи с этим, друзья, не дурите себе мозг, не портите свое здоровье. А приходите лучше заниматься на пляж, в лес, в горы, во двор, в спортзал, да хоть куда. Будьте здоровы!